6 необычных фактов о щуке. Речные щуки всегда более вытянутые и тонкие, да и по весу значительно ниже, чем озерные. Существует также другая классификация щук – донная и травянка. Наколовшись при хватке и сойдя с крючка, щука запоминает тип приманки, которая принесла ей боль. В дальнейшем приманки этого типа хищница старается избегать. Поэтому там, где у вас произошли частые сходы на одну приманку, следует приманку поменять. Частенько это дает определенные результаты. Пасть у хищницы огромная, открывается до самых жаберных крышек. Плюс вся усажена острейшими зубами. Тело у щуки вытянутое, похоже на брусок, очень сильное. Щука настолько быстро двигается, что наравне с лососем может передвигаться через пороги вверх по течению. Практически всегда после атаки щука по инерции еще движется. И это может обмануть неопытного рыболова. Он не делает вовремя подсечку. За это время умная рыба понимает, что попала в просак и просто выплевывает добычу. Поэтому подсечку надо делать моментально при ударе, очень энергично. Ведь пасть у щуки очень костистая, твердая. Пробить ее может только острый крючок. Знаменитая щучья свеча – это момент, когда рыбина неожиданно становится на хвост и выпрыгивает из воды, сильно трясет головой. Это действительно эффективный метод освободиться от приманки. В половине случаев крупным щукам удается освободиться от крючка.